Всем привет! Всем привет! Давно хотели записать вот это именно видео, но не было никак у нас времени для записи. Да и сейчас, в принципе, сейчас тоже нету. Сейчас мы... Время у нас ограничено. Ограничено. О, Матвейка пришел. Значит, долго думал, как это вам преподнести все, потому что многие люди вообще не поймут нас. Скажет, что мы какие-то сумасшедшие. Что мы дураки? Но что дураки там. Значит. А некоторые уже догадываются, наверное. Короче, говорим прямо. Мы продаем дом. Вернее, не продаем, мы уже продали этот дом и переезжаем на юг. Да! Сидим к этому. Эта мечта у нас была очень давняя. Да. Давняя мечта, но так. Все вышло, что подвернулось хороший дом. Вообще, кстати, дом уже у нас, ну как бы можно сказать, мы уже его купили. Значит, дом очень большой. Там ребятишкам, ну, значит, Наташе будет отдельная большая комната. Да, специально для девочек, мальчиков. Для мальчиков большая. Или она наша комната. Ну, вообще, зал, дом 200 квадратов практически. Два гаража и там и стайки все. Много фруктовых деревьев. Короче, все увидите потом. Кто еще не подписался на канал, подписываемся обязательно, потому что будет очень интересно. Будем снимать, как мы будем ехать. Вот, ехать нам. От начала, как сейчас начнем собираться и поедем. Но мы уже снимаем. Угу. Просто для монтажа вообще времени нету. Ну, вот я вот... Все с документами, то туда, то сюда, да, то везде. Очень много всего, что, ну, как не разорваться вообще. Вот. Так, что-то ты меня перебила, я что-то хотел сказать. Про деревья ты говорил. А, деревьев там. Ну, это все увидите потом. Все покажем, конечно, все расскажем. Значит, почему мы решили вообще на юг переехать? Потому что это давняя наша мечта. Здесь, вот в этой деревне, нам очень нравится. Мы не то, что там куда-то от кого-то там убегаем или что-то нас тут не устраивает. Здесь вообще прекрасные люди все живут. И нам здесь очень нравится. Но у нас давняя мечта, что жить возле моря где-то, ну, где тепло. Вот, была. И тут, и значит... Ну, мы так быстро не думали. Да, что так получится, у нас как-то думаю, все два, спонтанно. Мы вообще думали, ну да, 2-3 года, мы вообще думали, получится у нас в этом году. Не как получится. Бы мы задумали, потому что вариант появился, но сможем ли мы его потянуть, вот как бы это для нас было неизвестно. Многие, наверное, скажут, зачем вы тогда строили этот пристрой, там, ну что-то все ремонтом занимались. Потому что, когда мы начали строить, мы вообще не думали, что мы вот в этом году куда-то поедем. Куда-то, да, поедем. Поэтому мы строили его. Мы думали, что мы здесь еще будем жить там. Года 2-3, может, где-то может, так. 5 лет, может, я 5 не знаю, лет. Там как, ну, сложилось бы там обстоятельства. А вышло все вот так вот. Все быстро. Да. Дом мы продали, здесь остается вся мебель, там и кухонный гарнитур, все и плита остается. Потому что смысла вести это все с собой нету, потому что это очень дорого выйдет. Там и что там стенка вот эта, шкафы, кровати, там диваны, все здесь оставляем, все вообще. Вот. Мы забираем свою одежду, посуду, принадлежности, два стола заберем. Два стола. И еще... Инструменты там. И... Ну да, так. У нас вообще как бы мы отошлем транспортной компании стиральную машинку. Стиралку и холодильник. Вот за стиралку 5000, за холодильник 7000, за пересылку только выйдет. Вот, значит, так. Что еще? Все тут остается, и что картошку здесь посадили, все это остается новым хозяевам. Они уже скоро приедут сюда. Все, им дом понравился. Очень сильно понравился дом. Ну, как бы, здесь и правда хорошо. Вот. У нас там дом как бы большой, но там тоже предстоит очень много ремонта. Там работы тоже хватит вообще вот так, за глаза. Сейчас надо успеть быстрее детей, ну, приехать туда и в школу, в садик. Ну, главное, в школу. Что? А, не успеем. Ну, так вот, потому что затянул. Сейчас, потому что машина сломалась. Так бы уехали мы.
Да. Машина у нас сломалась. Ну, она не то, что сломалась, ее нужно подремонтировать, а то она не доедет до Юга. Вот. Масло, давление упало. Ну, так, ничего. Хейтеры, это, запаситесь валидолом побольше, валидола тебе купите. Потому что, ну, потом увидите, для чего он вам нужен будет. Хотим поблагодарить всех наших зрителей, подписчиков, кто смотрит нас, кто переживает за нас. Куда мы покопаем вас? Да, ну, большое, огромное, да, огромное вам спасибо за ваши, ну, за вашу любовь, поддержку. И думаю, что, ну, как нормальные люди поймут, что, ну, детям там на юге будет лучше все равно жить. Там, там и поселок большой, там и школа, 11 классов, там и кружки какие-то рядом. Кстати, переезжаем мы не в город, куда-то там в деревню, там люди держат и поросят, и все, там можно заниматься сельским хозяйством. Да. В город мы не собираемся, не, ну, у нас давно уже пропало желание жить в городе. Да. Мы, день же поночевали, там и больше нам не охотало. Так, значит, ну что, там еще, ну, не такой уж крупный город, но недалеко есть населенный пункт, скажем, ну, город, типа, да, города, вот такой, что там можно и детей даже на какие-то секции возить, получается, вот так. Кружки, может, какие-то, это, Наташа еще у нас не стоит, вот. Танцевальный, да, музыкальный, это. Сейчас нас ждет очень долгая дорога, значит, у нас, что в прицеп, вот что войдет в прицеп, конечно, часть вещей мы каких-то, ну, отвезли, там и в Тюмень, и Машиным родителям отвезли. Самое необходимое возьмем, что там, ну, там, пойдет, нет, что, вот войдет, что думаем, войдет, не войдет, если что не войдет, отдадим там Сергею газонокосилку, подарили мы. Ну, по мелочи. По мелочи, ну, все там, да. Потому что ее тоже с собой везти, конечно, бы она тоже пригодилась. Но она сейчас скучная, она там травы, наверное, много. Ну, придется, ну, это, косой, как помнишь, ты? А, лопатой. Косой был лопатой. Лопатой же я там косил здесь-то. Ну там такие у нас там вот были. Вот, наверное, поэтому у нас и было, ну, как бы сказать, нашим постоянным зрителям было заметно, что мы как-то стали какие-то вареные, хотя за это бы, если ну, бы... Ну, мне еще, ты там я за комментарий читала, Маша что-то два месяца такая грустная. Да, потому что, вот, кстати, я забыли мы вам сказать, что настоящие хейтеры, только не те, которые пишут, а мы встретились с настоящими хейтерами, которые нам сделали вообще такую заподляну. Вот, и мы это потом расскажем вам. Это попозднее будет. Это попозднее. В это вообще, видео, наверное, вот они вообще как специальную диверсию такую совершили, что все вообще могло все покатиться в тарарам. И мы бы потеряли очень большие деньги, ну, из-за них. Так. Ну, все хорошо, сейчас все замечательно. Сейчас только машину сделать и в путь поедем. Да. Что-то еще хотел сказать. Кошек, собак, мы с собой, да. собой. Кошек, собак забираем с собой. Поросят уже все, Сергею отдали поросенка, остальных там продали, свинью тоже продали. Бройлеров тоже раздали там, даже не продали, а раздали. Курицу отвезли вон Машиному брату. Петуха мы там снимали. Ох, они там это... А сейчас они мирно живут. Да, помирились. Не знаю, сейчас материала как бы вроде бы снимаем. Времени нет, я не знаю даже как. Наверное, вот это видео вообще выйдет сейчас вот. Ну, потому что, чтобы... Нет, понимаешь, чтобы людей поставить. А то мы то начнем показывать, а им не станет неясно. Вот, значит... Мы еще завтра приедем. Успели за мной сделать. Сейчас что-то интернет еще. Вчера вот грузили, он туман такой был. И плохо это все грузилось. Что занятку машины забыли? Угу. Не забрать. А что забрать-то машину? Надо забрать вообще. Вон, Матвеечка. Мы уже ездили, хотели забрать ребятишек. Вот как раз машина сломалась и пришлось сюда возвратиться, чтобы собаку накормить. И кошек. Тут еще надо было кое-какие дела там это... Доделать. Доделать, да, с документами там. Все сделали. Всем пока. До новых встреч. Да. Смотрите наше продолжение. Да, будет вообще очень интересно. Подписываемся все на канал. Там включаем эти колокольчики все. И это, чтобы видео не пропустить. Потому что будет замечательно. Сейчас мы с это... Чем мы были вареные-то, понимаешь? Что
У нас как-то была неопределенность. То ли мы уезжаем, то ли мы не уезжаем. Непонятно. И руки чешутся. Вот так бы, если бы мы не уезжали, мы бы столько, мы бы баню построили, гараж бы, ставки или ты что-то. Мы бы тут за это лето бы вообще бы горы свернули. Там. А сейчас, как это началось все с начала лета, вот эта вся наша задумка начала. И все еще, лето длилось. И еще наш хейтер немного но это сбили. Ладно, это потом расскажем. Ну. Они не то что сбили, они чуть вообще все не провалили нам всю операцию. Операцию. Да. Поэтому и мы как бы вроде надо что-то делать. Ну, думается. Думается, что поедем, мы не поедем. Ну вот так вот, поэтому у нас лето такое все. Не прошло. Да. Конечно, отсюда уезжать жалко, вообще печально так, особенно когда вот уже наступает этот момент. Там и с Сергеем познакомились, вот он, кстати, пришел к нам. Будешь сниматься? Нет. Да, потому что Сергей очень хороший человек и друг вообще. Вот. Ладно, чё? Все пока. Все пока. Всем пока. До новых. Смотрите нас, подписывайтесь. Всем пока.